22 мая 2016 года партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование по всей стране, в том числе и в Вологодской. Я считаю, что в законодательное собрание области должны идти и должны там присутствовать люди с определенным трудовым опытом, с определенными знаниями. Вот. И считаю, что тот опыт, который есть у меня, и знания, которые есть у меня, они могут быть востребованы в решении проблем на уровне законодательного собрания, проблем региона. Мы, за исключением 2012 года, практически ежегодно в районе 100 тысяч квадратных метров строим жилья. Для меня лично, как действующего депутата, участие в предвыборном голосовании – это оценка моей работы за 4 года с лишним в качестве депутата. Для меня очень ответственный шаг. А дебаты – это форма, которая поможет всем, кто сегодня принимает участие в голосовании, почувствовать меру ответственности прежде всего, поскольку будут задаваться вопросы. И нужно не просто отвечать, а отвечать уже с прицелом на то, что если ты будешь избран, надо будет это исполнять. Я думаю, что это очень хорошая форма.